Завтра облачно с прояснениями, почти повсеместно пройдут дожди, в некоторых районах с грозами. Ночью от 7 до 13 градусов тепла, днем всего 15-21. Пасмурными будут и выходные, ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура существенно не изменится. Ночью плюс 7-12, а в разгар дня от 13 по северу до 23 градусов тепла по югу страны. Правда, прохлады добавит северный ветер. А сейчас о метеорекордах. Настоящее лето царило в 1936-м. В Василевичах в этот день температура поднялась до плюс 35 градусов. Зато в 68-м стояла самая холодная ночь. По югу Минской области было всего плюс 4. В 1915-м в горках шли сильные дожди. Выпало 96 литров воды на квадратный метр. Завтра по народному календарю Ильин день. Его считают встречей двух сезонов – до обеда лета, после осень. И не нужно расстраиваться, если погода будет пасмурной. Считалось, кто попал в этот день под дождь, тот запасся здоровьем на целый год. А еще дожди к хорошему урожаю зерновых в следующем сезоне.